Всем привет! А вот мы снова на поле битвы. Бойчугу эту прислал Антон. Тоха выехал, значит, блядь, на Малиновку разобраться, в чем тут, блядь, дело. Опа-на! Тут уже нарисовывается Т-54. Шустро пролетает под низ, блядь, под горочку, поджимается там. И, сука, зависает. Так, блядь, падла на... Опа, нихуя, блядь, насветил, нихуя, 71-го срал, ебальник, блядь, набили, нахуй, нихуя себе, колхоз светлый путь. В Малиновке такое бывает, блядь. Если пацан, блядь, такой, с соседнего этого пришел, блядь, поселка. Чужак, блядь, то ему сразу тут же ебало набьет, как нихуя делать. Но тут другая ситуация, тут пришел, блядь, пацан с другого села и набил ебало наше, нахуй. Вот это уже не дело, блядь, тут уже может быть и стенка на стенку, блядь, пойти. После бани, ахуй, после бани самое милое дело. Самогон или труху уебал, блядь. На двоих. И пошел нахуй, в разнос. А, Тоха, значит, тут уже... Оп. Пугает 54-го. А 54-й даже не в курсе, что, блядь, что Тоха вообще, блядь, на перезарядке, ёбаный свет. Ёбаный карасюга. На, нахуй, сука, блядь, ебучая. Да на, съебался, нахуй. Ха-ха, нихуя, блядь. Пиздатый прицел поставил. Ну я, да рытвины, колдобобины, блядь. Пиздец, нахуярили уже. Всю землю матушку, бля, перепортили, бля. Ну что такое, нахуй? Бам-бам! Арта говорит, ну все, тебе пизда, бля, я тебя сейчас заебу, нахуй, в хлам. Так. Тошич примеряет на себя это... звание пиздатого светляка. Ага, никого, тишина. Эти немножко пизды-то так получили, и уже потише стали. Уже как-то думают, ну его нахуй. А Тоха вообще один стоит. Ему еще ИСУ кричит, помоги. ИСУ, блядь, ему передает, блядь, этот нахуй. На нахуй, нихуя арта переебала, блядь. Второй раз. Кстати, она уже бьет уже чисто так уже, походу, наугад. Там въебала, тут въебала. Короче, решила заебать в хлам. Ну ИСУ пиздец, блядь, смс-ка, блядь, типа, помоги. Ебанутый, что ли, совсем нахуй. Пидрила, блядь. Конченая нахуй. Антон стоит один, держит хлам, тут, блядь, пытается как-то сдерживать всю эту тему. А, у них он еще, блядь, этот ПТ-ха, блядь, пересветил его. Я хуею сейчас, блядь, за светом, блядь, хуйня, блядь, ПТ уже, блядь, пересвечивает. Сойка пересмешница, блядь, пересветчица. Там у них на базе стоит, блядь, Сонька, блядь, пересветчица. Так-то наши там вроде нихуя так давят, блядь, ну Шкода прямо у них вообще рядом с базой стоит, но почему-то она там нихуя не подсвечивает. Как-то у нее не получается. Нихуя себе. Нихуя, это собака Баскервилле, блядь, бежит. Опа. Ну-ка нахуй. Нихуя не прошло. Не прокатило. Опа, все его, блядь. Задрали собак. Блядь, ее взяли так, сука. Ну-ка нахуй сюда иди. Ее просто порвали там местные собаки тоже. Там стайка подбежала, блядь, рыжих нахуй голодных псов. И просто порвали ее. Ну неплохо, что один стоит, держит фланг нормально, блядь. Это в порядке вещей, по-моему, уже в боях сейчас стало. Стоишь один фланг, держишь, бля, остальным похуй. А остальным нихуя другой фланг не продавить толпой. Ага, блядь. Лампочка, ты-дым. Еще три арты, блядь, ебать, колотить. 3-3. Куда же столько развелось-то сейчас, ёб твою мать. А ИСУ ему типа подсказывает, давай нахуй оттуда съёбывай, блядь, пойдем нахуй давить этот фланг. Он, наверное, наоборот, из чувства сожаления, самая ебанутая карта в игре. Из чувства сострадания, блядь, к нему, к Антону, из сухо все его зовет, говорит, пойдем к нам, пойдем, у нас здесь все-таки как-то народу побольше, пойдем, блядь, у нас тут хорошо, у нас печенье есть, блядь, с пряниками, нахуй. У нас еще сгущенка там, блядь, пару банок осталось. Арта никак не может, бля, попасть. О, туз, блядь, тут арт-обстрел просто, нихуя такой, хуячит. На, нахуй, ихняя, у, тут все арты, блядь, собрались, нахуй. С четырех сторон света, на гладиаторские поединки называется, блядь. Собрались гладиаторы на гладиаторские поединки, блядь. Ну вышел только один, блядь, кровавый уткач, блядь. По кличке Чупча Пушистый Зайчонок, блядь. Это Антоха. Хуя, блядь, тут обстрел такой, блядь, нихуёвый. Тут не то, что, блядь, не попасть бы, блядь, под чужую арту. Тут еще под свою бы не попасть, нахуй. Тут еще своя может уебать, нахуй. Хуя он там. Блядь, нихуя. Война на передовой идет, блядь, просто. Жесть. Не, он еще каким-то хуем, между прочим... А, нет, арты все-таки получил, на 61 хп хвост зацепили ему. Ну, ему по хвосту дали, блядь, по жопе.
Ну, это кто-то так, мягкая какая-то, артошлюха такая. Хо-хо, блядь, так хуяк так по жопе похлопала, мол. Пойдем, блядь, со мной в кусты. Атоха такой, я бы, говорит, блядь, не против тебя выебать. На, пес, блядь. На, сука, залез, нахуй. Пиздец, сука, я хуею. Куда он залез-то тоже, на пригорок? Хера, Федя, хули ты ждал? Нихуя он тут собрал вокруг себя, блядь. 4 косаря наебашим. Ну, молодец, вообще, Малора, это вообще пизда-то, конечно. Неплохо сыграл, бля, Малорик. Ты заговоренный. Это вот М12, которая все-таки плюшечку переебала, нахуй, на 61. Она пишет, ты заговоренный, говорит, бля. А ей был такой фильм, нахуй, как этот. Забыл, как называется, про снайпера. Там пацанчик такой вот по полю, там такое же вот, нахуй, поле, такие же опушки, блядь. И он бегал, нахуй. А снайпер немецкий еще никак по нему попасть не могли. Он еще в бабу влюбился. Вот. Девка пиздатая играет, актриса Толстоганова. Вот тут то же самое, бля. Вот у него пиздец, он у него... Блядь, он не в рубахе родился, у него... Блядь, он родился в валенках телогрейке, нахуй, на босу ногу, бля, и в шапке, блядь, ушанке. Пиздец, весь нахуй укутанный, блядь. Плюс еще патронтаж, блядь, все дела, нахуй. И камуфляж, блядь, во все ебало. Вот так вот, нахуй. Хуй наны, блядь, его достанешь, блядь. Хуй просышь, блядь. Хуй кого победишь. Хуй победишь, короче. В общем, вот такое вот, да. Бывают вот такие вот бои. Хотя мураванка, да, или малиновка, что это, я не помню, какая. Или мураванка, или малиновка, блядь. Одно и то же название, бля, карты разные, нахуй. Вот такой вот бой интересный, бля, короче. Молодец, молодец. В общем, всем пиздатых боев еще взяли братья по оружию. Вот так вот он один фланг удержал, блядь, просто на лора.